как, я, понимаете, я уже в таком возрасте, что я консерватор. Вот, ну, я считаю, что, это я сейчас так считаю, сейчас, что вот надо более хитро и более, ну, пытаться все конфликты на тормозах, так сказать. И это вроде бы будет выгоднее. И в то же время я чувствую, что бывают ситуации, такие ловушки исторические, когда вы попадаете туда, и невозможно определить, что выгоднее. То есть, или как-то вот это самое, ну, как-то так сгладить этот конфликт, или пойти, так сказать, на пролом. Вот эти ситуации действительно там логикой и расчетом невозможно угадать. И вот я считаю, что у нас в истории были многие такие ситуации. Когда вот пришлось войти, вот, во-первых, в Чехословакию, 68-й год, потом в Афганистан. Тоже там наверху очень думали об этом. И была неопределенность. Я думаю, что все-таки правильно сделали. Потому что актуальная была угроза, если отступишь. А вот потом как-то затянули, и не получилось. То есть, ну, мощь, конечно, Запада, она... Нет. Как вы думаете, вот в Сирии не получится, что это затянется надолго? Я думаю, что да. Но вот сейчас, после того, как этот шаг сделан, все-таки идет дипломатическая такая работа, эффективная, я считаю. И я думаю, что тут не то, что нам это отрыгнется, да, а что Сирию не поднять в том ее виде, как она была. Потому что сама гражданская война сирийская, она перешла много таких порогов, которые, ну, невозможно вот забыть за короткое время. А средств для того, чтобы вот как-то это, ну, как-то, ну, как сказать, в Германии, да, вот помочь какой-то режим такого очень щадящий делать, этого не будет. Вот это очень, это трагедия вообще-то, и я считаю, трагедия вообще-то для культуры в целом, что есть сейчас способы разрушать хрупкие государства, которые, однако, живут, и во многие там и конфессии, и этносы, да, очень такое деликатными средствами все это, все эти структуры очень долго вырабатывались, вот, а ударить по ней извне, да, и она рассыпается. Вот этот процесс. Но я не вижу возможности, скажу, у нас, да, вот возродить такую сложную конструкцию, какой была Сирия. Вот, но вот выйти из этой гражданской войны, я думаю, что вот Россия помогает все-таки.